Привет всем, меня зовут Татьяна Андреева. Этот выпуск – это ответ на ваши запросы сделать блокнот формата А5 с нуля. Я постаралась сделать процесс его изготовления максимально простым, чтобы каждый желающий смог повторить его без труда. Ну и, как говорится, хороших идей много не бывает, поэтому еще вариант блокнота покажет Ава Глеер. Привет, Таня! На своем канале я покажу, как сделать блокнотик в форме мороженого. Собрать листы будет очень легко, бюджетно и весело. И он будет очень аппетитно и круто выглядеть. Заглядывайте на мой канал после просмотра видео Татьяны. На канале Авы вы найдете огромное количество суперлегких и бюджетных способов сделать блокнот без сшивания, а также наклейки, которые она рисует и делает без использования двустороннего скотча. У нее есть еще много интересных DIY, а еще на ее канале скоро выйдет настоящий веб-сериал. Ссылочка на Аву Глеер есть в описании под видео. В этом видео я спрятала две такие пасхалки. Два самых внимательных зрителя, нашедших их, получат сигны от меня. Свои ответы оставляйте в комментариях. Давайте уже приступим к изготовлению блокнота. Первым делом переносим на лист белой бумаги рисунок единорога с экрана монитора. Ну а затем черной ручкой обводим контуры единорога. Кстати, ссылку на это изображение я оставила в описании под видео. Потом нужно раскрасить эту картинку яркими фломастерами или красками, или карандашами. Лично я с детства люблю раскраски, поэтому данный процесс для меня вполне увлекательный. После того, как рисунок приобрел краски, фломастером делаем обводку вокруг рисунка на небольшом расстоянии от него. Ну и в завершении вырезаем по только что нарисованному контуру готовый яркий рисунок единорога. Убираем пока его в сторону и приступим к изготовлению блокнота. Белые листы бумаги формата А4 или альбомные листы складываем пополам. Нужно примерно 20 таких листов. Собираем их в стопочку, фиксируем их прищепками по стороне сгиба и наносим универсальный клей вдоль всей этой поверхности. Ждем примерно 5 минут, пока клей высохнет. Временно убираем прищепки, затем еще раз наносим клей на это ребро и накладываем кусочек бинтика. Для большей надежности скрепления листочков бинт можно сложить в 2 слоя. Не жалеем клея и хорошенько промазываем им поверхность бинта. Снова фиксируем прищепками блокнот и убираем до полного высыхания клея. Минут 10-15 хватит. Остается только отрезать излишки бинта по краям, и тетрадочка вовнутрь блокнота готова. Листы надежно скреплены друг с другом. Осталось сделать обложку. Ссылку на шаблоны и размеры всех деталей я оставила под видео. На полосочку цветной бумаги примерно посередине приклеиваем картонную полоску. Отступив от нее примерно по 0,5 см справа и слева, клеим картонные детали обложки. Я использую клей-карандаш. Теперь нужно приклеить тетрадочку к обложке. Лучше использовать универсальный клей. Ну а пока клей сохнет, заглянем к Аве, посмотрим, что уже она успела сделать. Привет, мы уже собрали листы и теперь будем превращать наш блокнотик в мороженое. И я покажу, как это сделать очень легко. Я обязательно зайду к тебе, Ава. Ну а мы продолжаем. Обложка с блокнотом склеилась. Осталось закрыть эти некрасивые места стыка цветной бумагой вот так. Заклеить эти некрасивости нужно и в начале, и в конце блокнота. Теперь блокнот готов. Остается дело за малым. Приклеиваем рисунок с единорогом на лицевую сторону блокнота. Лучше использовать клей-карандаш. Белые пустоты вокруг рисунка декорируем точками по цвету контура изображения. Я выбрала голубой фломастер. Ну вот, собственно, и все. Блокнот формата А5 с единорогом на обложке готов. Надеюсь, процесс создания не показался вам трудным. Ну а я сгораю от нетерпения посмотреть, что же там получилось у Авы. Я уже обожаю этот блокнотик, и если ты хочешь сделать такой же, то переходи на мой канал. Ссылочку Таня оставит в описании. Да, ссылку на видео Авы я оставила в описании. Обязательно делитесь со мной в комментариях своими впечатлениями. Вернемся к пасхалкам из предыдущего видео. Первую пасхалку я спрятала здесь, на моменте 00:12. Ждем победителя. Ею стала Виктория Самсонова. Вторую пасхалку я разместила тут, на моменте 02:41. Победила Ксюша Филимонова. Поздравляю победителей, ваши сигны опубликованы в моей группе ВКонтакте. Как обещала, передаю привет первым 4 девчонкам, попросившим об этом. Привет тебе, Татьяна Мирошникова, Яна Ко, Соня Лаврентьева, Лиза Саар. В следующем выпуске я тоже передам привет первым 4, кто попросит об этом. Некоторые из вас расстраиваются, не услышав привет для себя. Девчонки мои, не грустите. Я бы с радостью передала привет каждой из вас. Но вы же и сами видите, как много желающих услышать привет от меня. Я же не могу целый выпуск посвятить приветам. Спасибо за ваши комментарии и поддержку. До новых выпусков и всем пока!